Итоги летней кампании по временному трудоустройству подростков подвели в областном центре занятости. Как справлялись ребята и насколько охотно работодатели нанимают школьников, узнала Мария Кузичева. На протяжении всего лета специалисты областного центра занятости и его районных отделений помогали школьникам и работодателям найти друг друга. Няндомский отдел, например, в этом году привлек к сотрудничеству 14 организаций района. Из них 11 – это ИП, а также трудоустроили 132 подростка. Ученики школы номер 2 в Няндоме уже не первый год подрабатывают летом. В этом году я работал в нашем трудовом лагере и нарабатывал часы, которые так хотел давно заработать. Работать было очень хорошо, все устроено для работы и поощрялось средствами. И я осуществил все свои цели на лето. Занимался я там починкой забора и помощью в выносов школьного инвентаря из мастерских. Также еще одна причина, почему я пошел на трудоустройство, это денежное вознаграждение и трудочасы в трудовой книжке. Руководство школы также участвует в трудоустройстве своих учеников. В этом году мы еще выиграли конкурс на получение субсидий из Архангельского областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства несовершеннолетних и на территории Архангельской области. Ребят устраивают в социальном партнерстве с администрацией Няндомского муниципального района и с местным отделением службы занятости. Наша задача заключается в том, чтобы в банке вакансий центра занятости появились вакансии для подростков. Для этого мы проводим большую информационную работу с работодателями, рассылаем информационные письма, организуем встречи с работодателями в индивидуальном формате, проводим заседания клуба работодателей и ярмарки вакансий. Мы приглашаем к сотрудничеству всех работодателей. Служба занятости сделала немалую работу и по направлению базы вакансий. А для удобства на сайте Архангельского областного центра занятости населения открыт новый раздел «Временное трудоустройство несовершеннолетних». Следующим летом работа в данном направлении продолжится. А благодаря созданию современного кадрового центра работы в России на базе Архангельского отделения занятости появятся новые возможности для трудоустройства юных северян. В результате проведенных работ за три летних месяца с июня по август 2021 года в регионе трудоустроено 2640 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 2621 подростку была назначена материальная поддержка от службы занятости, дополнительно к заработной плате. При этом около 80% подростков получили профориентационные услуги в рамках социального проекта «Юные помощники». Дарья Евграфова, Аким Самедов, Светлана Михеевская, Наталья Перцева, Регион 29.